вышли с Сабринкой погулять. Сейчас хороший такой ветерочек прохладный. Днем ужасно жарко было. Да вчера, вот другие дни тоже вечером тоже было жарко. Сегодня, слава богу, вот нормальная такая погода. Хотя на днях, говорят, 40 градусов будет. Послезавтра, по-моему. А сегодня сколько там было? Где-то 33, что ли, что-то такое. Но телефон показывал 33 градуса. Хотя на улице, по ощущению, было еще жарче. Да, вот мы подошли к Smart and Final. Это у нас новый магазин открылся, тут продуктовый. До этого был Best Buy. Мы сюда в Best Buy ходили. Так интересно, время идет, все меняется. Сейчас зайдем на разведку. Сабринка говорит, давай посмотрим, как там что. О, новые корзинки. Все там видно прям новенькое. Отремонтировали. Как здесь все аккуратно, красиво. Да, все такое свежее, новое, да? Прям запах нового дерева. Пол новый, вот эти все ящики все новые. Красиво. Ну-ка, что тут у нас по ценам? Что хочешь? Да, мне кажется, оно на Ральфс похоже. Продукты. Размеры впечатляют. Я никогда такой огромный мешок лука не видела в Америке. Даже в Коско. И картошки, как интересно. 22 килограмма. Картошка $12, а лук $24. Лук 22 килограмма. Цена на компании такая же. Последняя коробочка, но она плохая. Хотела помидорки взять. Что-то ассортимент у них, конечно, не такой полный. Другие возьму помидорки. Вот по $4 такие. Но Сабрина любит кампари. Ну, она дома, которая есть кампари, доест, тогда я эти буду. Какие виды. Ничего не видно. Лягушки. Везде лягушки. Сезон лягушек. Сезон орущих лягушек. Вышли мы на прогулку вместе с Сабринкой. Потому что днем очень жарко, прям невыносимо. И все вот гуляют только вечером. По прохладе. Сейчас вот так хорошо. Ветерочек, птички поют. Нету палящего солнца. А мы с Сабринкой взяла сумочку. Пешочком дойдем до Алди, потому что у нас тут близко. Забыла опять поздороваться. Всем привет. Давно не снимаю. Сейчас просто нечего выкладывать. И пытаюсь там заняться своим кулинарным каналом. Что-то там редактирую на своем поломанном компьютере. В общем, все долго. А еще дома полно работы. Там во дворе все расфигачило. Бардак-кавардак. Еще, как назло, прямо в процессе, когда я пилила там деревья, кусты, у меня поломалась электрическая пила. Поэтому теперь мне надо новую купить. Такой тормоз у меня в работе во дворе. Потом, когда все закончу, уже все сниму. Пока просто показывать нечего. И никому это и не интересно. Как птички поют. У нас в это время прям тишина. Все уже по домам разбежались.
дерево тут. Вот мы и дошли до Aldi. Они вроде открыты до 9. Еще, по-моему, до закрытия 1.5 часа есть. Сейчас 7:30. Возьмем корзинку, да? Здесь корзинку надо, чтобы взять корзинку, надо вот так вот. Одной рукой неудобно было. Хотела вот этот силантру, кинза. Почему она? 45 центов. Что тут еще? Огурчики нужны были. Много брать не могу, потому что пешком идем. Главное не забыть. Где огурчики в пакетике? И зеленый лук. 59 центов. В таком вот пакетике. Да, выбирай. Клубника. $1.39. 1 фунт. В коробочке. Убирай. Лук. 2.68. Какой тут вес? 2 фунта, килограмм, скажем. Помидорки. 2.66. Бананы. 49 центов за фунт. Вот эти ведерки такие классные, пластиковые, по $5. Барышкины шоколадки только тут, да, продают? Сзади, да, сколько возьмем? Сколько ты взяла? 3 коробочки? По 2.65. Вот такая одна, 2.65 стоит. Вот. Он только вот эти шоколадки ест из Aldi. Да, возьми. Комплект кастрюль, $15, сковородки, то есть кастрюля одна 15, а этот комплект сковородок 15. Чеснок сушеный, молотый, $1.99. Для смузи возьму вот такие ягоды замороженные. 6.89. 907 грамм. Вот эту пиццу возьму. На $6 это сейчас на ужин как раз. Возьми. 2.79 вот такие. 5 вафельки с шоколадом, да? А нет, они типа как с нутеллой внутри. Совершенно случайно увидела вот эту кукурузу с арахисовой пастой. Обожаю такую. 2 осталось. 2.49. Возьму. Ну, на бамбу похоже. Вот такого типа еще только в Trader Joe's были. Но, насколько я помню, создатели вот этого, ну, кому принадлежит Aldi и Trader Joe's, они братья. У них много похожих продуктов. Даже вот дизайн такой вот, принт похож, как в Trader Joe's. Ну, возьми, что поделать. Мы рассчитывали немножечко взять. Но придется с пакетиком идти. Где этот? Где? Давай. Ну, закрываем. Все? Нашла? Собрину отсюда. И монетку забираешь. Все, пошли. Называется, на прогулку вышли. Везде сумки. У Сабринки свои. Да, тут темно, не видно. Все равно не смогли мы
выйти без тяжелых сумок.